Тему восстановления благоустройства после ремонта инженерных сетей обсудили на совещании в администрации Тамбова. Как отметил Максим Косенков, в последнее время ресурсопоставщики стали более ответственно подходить к проблеме и быстрее разбираются с разрытиями. Между тем, этот вопрос остается актуальным для горожан. Так было принято решение о том, что теперь понаблюдать за такими работами можно будет в свободном доступе. На сайте администрации города любой житель Тамбова может посмотреть путем введения адреса, найти конкретное место, посмотреть, в каком состоянии это место было до начала благоустройства, до проведения работ по разрытиям соответствующим. И, соответственно, как это место выглядит после того, как ресурсоснабжающие организации провели либо ремонтные, либо восстановительные работы аварийные. И, соответственно, как навели порядок на конкретном месте, конкретном участке. На сайте администрации Тамбова был создан специальный реестр разрытий. Сейчас туда внесено 976 записей. Информация обновляется еженедельно по мере проведения или завершения работ. Зная только адрес, житель может увидеть, в каком состоянии участок, какая организация проводит ремонт и узнать сроки завершения работ. Кроме того, есть возможность самостоятельно внести информацию о разрытиях в интерактивный реестр. Я полагаю, это важно и для всех нас, важно и для города, в том числе для того, чтобы руководители ресурсоснабжающих организаций, ваши подрядные организации, которые участвуют в восстановлении благоустройства, отдавали себе отчет в том, что любой объект, любой участок территории города, где проводились либо проводятся земляные работы, находится под пристальным вниманием не только властей, но и жителей. Отметим, что на ресурсопоставщиков, которые грубо нарушают сроки восстановления благоустройства после земляных работ, только за первый квартал этого года составили 64 протокола об административных правонарушениях. По ряду объектов проводятся судебные процедуры. Юлия Савушкина, Александр Кобзарев. При содействии информационного управления администрации Тамбова. Область новостей.